Судья Октябрьского района. Сегодня прошло второе по счету заседание, в котором ответчик, бывший управляющий парка «Изумрудный» Владимир Фишер. Представитель прокуратуры начал зачитывать обвинительное заключение. По словам обвинителя, было выдано разрешение вырубить всего 107 берез и кленов. А в реальности, уверяет прокуратура, под нож отправилось больше 500 деревьев. Городу был нанесен многомиллионный ущерб. Отметим, что представители потерпевшей стороны администрации Барнаула на заседание не явились. Правда, к допросам свидетели планируют перейти не раньше апреля. Следующее заседание назначено на 26 февраля. Напомним, бывший управляющий «Изумрудного» Владимир Фишер свою вину отрицает, уверяя, что на каждое дерево было разрешение. Но если его вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание от 500 тысяч рублей штрафа до реального тюремного заключения.